Пожар в строительном гипермаркете «Мега». Сообщение на пульт 01 поступило около 23 часов. О происшествии пожарные узнали не в результате сработавшей сигнализации, а от жительницы одного из домов, которая, выйдя на балкон, увидела пламя на крыше магазина. Торговый центр имеет большую площадь и сделан из железных конструкций, которые не позволяют быстро поймать огонь, особенно при сильном задымлении. Происшествию присвоили повышенный номер сложности, разгореться пожару не дали. Повреждена кровля и стеллажи с отделочными и строительными материалами, которые находились под потолком здания в складском части. С их, предположительно, и началось горение. В торговые залы огонь не ушел. На момент ЧП магазин уже 2 часа как не работал. Внутри находились 20 человек персонала. Люди эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Не исключено, что в ближайшие дни магазин «Мега» будет закрыт. Причина пожара устанавливается.